Всем привет, с вами Велирити и сегодняшнее видео. Именно прическа. Ладно, я прикалываюсь, сегодняшнее видео будет нереально особенным, а именно... Челлендж заключается в том, что нельзя играть в телефон 24 часа. То есть нельзя играть ни в какие игры типа Brawl Stars. Также нельзя использовать Viber, нельзя использовать Instagram, нельзя смотреть видео в Ютубе и даже нельзя позвонить. То есть мы должны будем прожить на даче 24 часа без телефонов. А здесь нереально скучно. Ну что теперь делать? Кстати, забыл сказать, кто выиграет в этом челлендже, получит 100 долларов. Окей, ребят, челлендж начинается, держи мой телефон. Зачем? По правилам, у каждого должен быть телефон, чтобы проверить нашу выдержку. Так что держи, тебе нельзя его спрятать или отдать родителям, ты должен с ним ходить. Нет. Держи, у меня такой же будет. Все, ребята, мы начинаем наш челлендж, погнали! Закрываем дверь на замок и начинаем играть в телефон. Да ладно, я прикалываюсь, будем играть честно. Знаете, почему мы будем играть честно? Потому что у меня есть ноутбук, и здесь я могу тоже играть в Brawl Stars, я могу делать, что захочу, смотреть YouTube вообще без проблем. А прикол в том, что у моего брата нет ни компьютера, ни планшета, у него есть только телефон. И да, кстати, я буду делать ему всякие пакости, чтобы он как можно быстрее проиграл, и я выиграл 100 долларов. Короче, ребят, прошло уже 2 часа, и за это время я собрал все пазлы и прочитал все журналы. И мне что-то стало скучно, пойду посмотрю, что делает Валера. Мы же договаривались не играть. Блин, точно, в телефон. У него есть компьютер. У меня есть идея. На, умри, тварь. Умри. What the fuck? Что за хрень? Опять, походу, свет выключили на даче. Блин, тут постоянно выключают свет. Что за фигня? Блин, похоже, я смогу только поиграть в телефон. Ну, блин, у нас же это челлендж хреновый. Ну, пойдем посмотрим, что делает Мирон. Что там Мирон делает? О, Мирон, вот ты где. А ты что, кушаешь, да? Да. Короче, опять выключили свет на даче и, блин, нечего делать. Давай поиграем с тобой в настольные игры, чтобы не было скучно. Окей, сейчас. Ты куда? Секунду. Ты куда идешь? Короче, если я с ним буду играть в настольные игры, то ему не будет скучно, поэтому я откажусь. Ну идем лазить круто. О, Мирон, ну что ты надумал, играем в игры? Да не, мне папа сказал пособирать яблоки, так что... В смысле? А что мне делать? Я не знаю, ты сам решай. Капец, так сейчас будет просто скучно нереально, вот и факт. Что за бред просто, я не знаю, чем заняться, у меня ноутбук выключился, и по сути есть только телефон, и, блин, я не знаю, я продержусь, думаю, час, два, три, но, блин, ну не 20 часов, ну тут реально нечем заняться, вообще нечем. Еще такая погода жаркая, блин, просто невозможно здесь находиться, о май гад, о, какая жара. What the fuck? Он просто лежит и качается. Он сказал, что он будет собирать яблоки и помогать папе, он тупо лежит, качается, прошла одна минута. Похоже, он меня обманул, ребят. Просто сказал, что пойдет собирать яблоки, а на самом деле он качается. Он типа хочет, чтобы мне было скучно. Но, блин, ребят, я на это не куплюсь. Короче, сейчас мы что-то придумаем. Во-первых, мне нужно найти какое-то развлечение, а во-вторых, мне нужно сделать так, чтобы Мирону было уже скучно. В принципе, он уже качается на качельке, то есть ему нечего вообще делать, но он думает, что мне еще хуже. Поэтому мне нужно сделать так, чтобы он думал, что мне весело, что мне есть что делать, что я буду 24 часа просто развлекаться, и тогда он просто сдастся и достанет телефон. Ребята, это моя стратегия. Погнали! Как хорошо. Что? Похоже, ему весело. Идем посмотрим. Где он там? А, это он на турниках. Да ладно. А что это он там снова делает? Пойдем посмотрим. Похоже, он в теннис играет. И ему весело. Валер, можно с тобой? Нельзя, я сам играю. Видишь, что два игрока никак не могут играть. Блин, а! Ребят, вон он идет, он просто так убился, теперь он обиженный. Он думает, что мне весело, а ему ничего делать. Хотя, если честно, в эту игру играть вообще не было весело. И да, в нее можно играть вдвоем. Хорошо, он этого не знает. Окей, ребят, погнали еще как-то ему напакостим, чтобы он просто сдался. Короче, ребят, чтобы мне не было скучно, я решила построить халабуду. Для этого мне понадобится простыня и подушка. Давайте принесем это все сюда. И пойдем еще за подушками. Это займет как минимум 2 часа. И эти 2 часа будут нереально веселыми, так что погнали. Блин, ребят, прошло уже где-то 3 часа. Мне просто уже нереально скучно, я не знаю, что делать. И вообще, где Мирон? Где Мирон? Давайте его найдем. Может, он уже в телефон сидит в доме играется. Давайте посмотрим.
Что это такое? Что такое? Что ты такое ты здесь наделал? What the fuck? Я сделал свою базу. Как долго ты ее делал? Два часа. What the fuck, Мирон? У тебя там нету телефона? Нет. Точно? Ты там не играешь в телефон? Нет. Ну что, тебе нравится моя база? Очень, она очень классная, мне она очень нравится, да. Фак, он 3 часа просто, я думал, что он умирает от скуки, а он просто строил базу, ему было нереально весело, вот the fuck, блин, пока я просто под жарой лежал. Надо срочно что-то придумать, надо что-то нереально крутое, надо, боже, что ж придумать. Короче, ребят, с фантазией у меня плохо, поэтому я придумал всего лишь поехать в магаз и купить всяких вкусняшек и потом его заманивать. Так, все, погнали в магазин. Эй, ты куда? Я? В магазин за вкусняшками. Эй, подожди. Не, я тебя не подожду. Короче, ему точно было скучно, он даже кричал. Он даже кричал и не скрывал то, что ему хочется со мной в магазин. То есть это точно моя победа. Все, погнали в магазин. Фух. А что ты купил? О, Мирон, я купил себе чипсов и конфеток. Буду себе сидеть. Не, не, нормально. Это мое, это мое. Хорошо, что тебе нельзя в магазин к тому ходить, не сможешь себе купить. Я буду сидеть и весь день кушать, потому что мне нельзя в телефон играть. Ну, а ты будешь тупо сидеть. Блин, а у него там вкусняшки, а мне что, сидеть скучать тут? Все, я закрыл дверь. Я думаю, пока он ест вкусняшки, у меня есть полчаса, чтобы поиграть в Brawl Stars. Фух, я просто уже не могу, лежу здесь 3 часа. Я не знаю, чем там Мирон знает, но я здесь уже от скуки просто умираю. В чем еще проблема? Здесь не работает телевизор, он какой-то старый, сломанный, просто не пашет. И на улице уже, кстати, вечер. Ребята, уже вечер, мы начали снимать с утра, прошло где-то 12 часов. Короче, идем посмотрим, что делает Мирон, и я, наверное, уже буду сдаваться, но я уже реально не могу. Еще сидеть просто ночью, нельзя спать, ребята, забыл сказать, нужно тупо 24 часа прожить. И не спать, и без телефона, все. Что за прикол? Че? Оно красное, ребят. Красное. Это значит, что он закрылся там. А зачем ему закрываться? А зачем ему закрываться, если... What the fuck? Он реально, он там играет, походу, в телефон. Но если я начну сейчас стукать, то он спрячет телефон и откроет дверь. Мне нужно... Я придумал. Там есть балкон с той стороны. Я сейчас залезу на балкон и сниму его. Сниму его на камеру, как он там играет. Он по-любому играет. Не, ну звуков никаких нету, но наверняка просто звук выключил, чтобы я его не спалил. Хотя, ребята, я залезу через балкон, сейчас узнаем, он играет или не играет. Окей, ребят, вот этот балкон, он очень высоко, мне придется залезть по этой трубе, потом перепрыгнуть на крышу, вот так вот перелезть, и только тогда я уже увижу, что он там делает. Короче, погнали. Фух, ребят, я еле-еле сюда залез, не знаю, если ноги поцарапал. Ну, короче, залез, сейчас мы узнаем, играет ли... В смысле? Дверь закрыта, лол. Это не, смотрите, ручка открыта. Сейчас мы залезем все-таки и посмотрим, что он там делает. Он даже не подозревает, что я сейчас зайду в комнату. Так, короче, ребят, я открываю сейчас дверь. Я это буду делать максимально тихо, поэтому я перестану говорить. Я хочу, чтобы он меня вообще не заметил. Так что, ребят, все. Тихонечко. Надеюсь, он меня не заметил. Идем. Что он там играет? Мирон! Что ты тут делал? Играл в телефон? Я тебя заснял, я видел. А почему ты так долго играл? Ты 3 часа играл, ты думал, я не замечу вообще? Ты тупо заигрался, типа? У меня такое тоже бывает, типа начинаешь играть Brawl Stars, ты потом просто не можешь выключить. И забываешь вообще про все. Ты, видимо, забыл, что у нас вообще челлендж. Да? Да. Жесть. Ладно, Мирон, иди сюда. Ты, конечно, проиграл, но ты очень хорошо сражался, так что держи 500 гривен за то, что ты участвовал. Это же 360 гемов! Да, это 360 гемов. Кстати, ребята, итоги 360 гемов будут в следующем видео, так что обязательно не пропустите. Также ставьте лайк, подписывайтесь на канал и обязательно, ребят, просто прошу тех, кто любит мой канал, каждый раз смотрит, пожалуйста, напишите в комментариях, вам нравятся челленджи, делать ли какие-то еще круче челленджи или снимать что-то другое. Жду вас в комментариях, буду обязательно отвечать.